выйти на 22%, да, а как еще вам удавалось удержать этот уровень, да? У вас есть какая-то специфика в работе в своей, да? Так немножечко расскажите. Ну, наверное, кто-то был уже на предыдущем мероприятии, когда мы все забыли, да. Ну, кто забыл? Очень много новых людей, да. Я, в принципе, в Oriflame я уже 4 года, и, ну вот, любитель продавать, всегда делала большие продажи. Людей в первом уровне у меня много, может быть, человек, да, 60. Вот. И я вот на больших продажах у меня всегда были деньги. Я отдыхала каждый год за границей, отдыхала 2 раза в год в Тамбовской области, в санатории. И ну, вот это вот сидение на 15-18% мне просто как-то уже надоело. Думаю, ну когда уже какой-то рывок будет? И опять лето впереди наступало, я думаю, ну нет, в этом лет я не буду отдыхать. Отдыхалась, думаю, надо работать. И на одном мероприятии выступала вот женщина, мне кажется, вы даже Лариса. Да. Она сказала, что в деревне сделала директора. Кто-то другой говорил об этом, где 100 человек людей. Но я тоже из села, и поэтому я подумала, а что же я сижу, пока не я, так кто-нибудь другой будет умывать в моей деревне. У нас там было, ну, мероприятие бывает в клубе, и там 9 мая отмечают всегда. И я решила выступить спонсором. Подарок 9 мая. Я приготовила подарки, 2 шикарные корзины. Мне не жалко было это отдавать просто. Но мне хотелось, чтобы люди видели, что я что-то зарабатываю. Как бы все там на виду вроде бы. Ну а вот просто вот как людей потом уже приглашать. Ну какой-то был затор. Я уже потом Галина Ивановна, ну хватит сидеть, поедем в мою деревню. И мы поехали. Я стояла на стойке около магазина, ну, как продавец, я любила продавать. Ну, люди подходили, брали. Ну, как-то завязать вот этот контакт, чтобы как-то работать уже, чтобы у меня там были люди, консультанты, как-то не получалось. Ну, вот благодаря Галине Ивановне мы все-таки сорганизовали там встречу. Я, конечно, рассчитывала, прям много людей я пригласила, но пришло на встречу, наверное, 5 человек. И люди, на которых я делала ставки, они просто начали слушать, говорят, ну, это нам неинтересно, ну и как-то потихоньку так удалялись. А потом я вышла, один ВКВ,